3, 4, 5, 6, 7, 8. V-ați schimbat. Pasul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Thank you.
Встань, не знаю. Ты берешь ветви, говори, чтобы он не живой стал, а говори, что ты идешь да. Так. Встань, иди ты, ну да. Ничего страшного. Буду надо что-то думать. Вот четыре пары. Еще раз этот. Значит, смотри. Можно делать я к нему аккуратно, броски, можно, но это тяжелый так аккуратно, что я не знаю. Хорошо? Аджимай, пошли, поэтому я так и держу. А что вы стоите? Сань, берите вот там место. А, стоп, стоп, мотай. Чуть-чуть подвиньте сюда. Чинч минуте. Саня, цинегриты. Сюда. Или под рукой, или сверху, или сюда. И смотри аккуратно мне его. Можешь делать ему бросок, но аккуратно. Через грудь его. Вдвоем, да, шпагат. Минуту держите шпагат. Не минуту, а дозичку. Да, шпагат просто, стынга, дрябка. Поворачивайте, стынга, поворачивайте чуть-чуть, дрябка. Да. Осторожно, осторожно там. Я уже испугался. Только без падения. Смотри, стоп, не двигайся, стоп, одну секундочку, не двигайся, вот посмотрите, Ваня вся, видите, захват сзади, и вот через грудь, если хватит, школьник, сразу летишь на голову, это, вот смотрите, отпусти, вы еще раз, смотрите, вот если, нет, вот смотрите, еще раз, вот это аж, смотри, вот так вот лежал, чуть-чуть оттяните, вот так нельзя брать, так ломается пальцы. Берутся или так, или так. Значит, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить повыше, и на телефон, и потом на колено встал, идет бросок. Зацеп можно. Как-то. Зацеп, если ты зацепишься, ты руки на куда бросать? Шо? Можешь голову. Еще раз. Я понял. Еще раз. Нет, руки надо поднять. Да. Руки надо поднять. Теперь еще раз. Посмотрите внимательно. Здесь,
Мате, Артур, перейди к Денису. Саша, ты перейди к Шенге. Так, пока поехали, сейчас я еще раз поменяю. Так, пошли. Так, вы Мате. Еще раз, пейте аккуратно очень. Новенький. Петя, Мате. Да, Петя, идешь к Дану. Смотри, он высокий, выставьте руку, поэтому руки, конечно, идешь к Саше. Саша, аккуратненько. Саня, стоп, Саша. Еще раз, рука снизу должна быть. Под мышку, да. Знаешь почему? Я тебе объясню, он маленький. Когда рука сверху, он приседает и вниз, и ты падаешь на него. И ударяешь. Сашенька, еще раз, если низкий, рука снизу и поднять. Понимаешь? Хорошо, Мате, заправить по климатуру ковра. Первые две схватки. Сырбу-Вискун. Шендри-Боля. Остальные идут туда, садятся. И ждут. Одна пара там, другая здесь.
центре дам Олю. Нет, дам Артура. Артура сюда нам поставлю один. Что, мать что-то ударит, что болит все? Это нормально или ехать? Не, если что, ничего страшного. Шендри туда. Мальчики, уйдите, пожалуйста, вот туда. Или туда сядьте, или там. Оттуда уйдите, там будут бороться еще. Хаджиме. Артур, да. Посуди там, пожалуйста. Да. Посуди здесь, пожалуйста. Поменьше разговаривай. Встань сюда на середину, Артур. Вот сюда. Все.
Вазарик, иди дальше себе. Хорошо, да. Это, да, давай его. Ручку сверху. Тисни его край. Тисни его край. Штриши, дай нафиг. И пусть идет гуляет. Пояс не давай только. Пошла последняя минута. Последняя минута пошла. Тут... Зачем он тут? Что? Есть? Да, можно. Осталось 20 секунд. Нет, просто так тоже не давай. 20 секунд пусть. Нет. Да. Дети. Вазари, кто-то помнит. Матея! Стоп, никто не уходит. Встали за правилами. Быстрее заправляемся. Да, не ходим по ковру. У них были оценки? Нет. Шиды какие-то были? Ну, у обоих. У обоих. Сколько? По одному, по два? По одному. Так, значит, что у нас более? Где Рузель? Нет победы. Сербу Вишкун. Сербу уже одна победа есть на медали. Так, выходим. Макс есть? Нет, его забрали. Его забрали. Так, Артур, да. Эй, куда вы ушли? Так. Я в шоке. Денис, посуди там. Так, Ваня, пока я потом дам. Хаджиме! Денис, смотри, будь внимателен. Сырку позови, Мазу. Максим. А какой толстый? Да. А где он? Оп, назад не падай. Смотри, назад не падай, бог да. Что? Учительница забрала. Не было, оценки не было. Чуть-чуть осталось и было бы. Он пошел с преподавателем, может, в класс пошли. И болевой. Ну, Макс. Денис, он же прием делал. Нет, Хаджина. Оценок пока нет. Мама что ли? Нет, руководитель. Кто-то на столе. Сейчас же не будет. Да блин.
наши победы пусть идет. Все, ушел. Ушел. А что я могу делать? Красивый япон. Осталось 2 минуты у вас. Вы на угрозе. Базаре, базаре? Нет, оценки нет. Душит, душит. Болевой делай, болевой делай. Болевой. Последняя минута. Нету. Ну как в азаре? Удержание сейчас идет вниз. Нет в азаре, нет удержания. Стойку. Мате. Он же бросает. Да, он плохо бросает, но он бросает. Аджи, 3-10 секунд. Здравствуйте. Время. Заправились. Вазари на вазаре, да? Молодец, да, ну умница. Да. Все, поклонились, ушли. Так, прошли быстро, потом будете здороваться. Привыкайте, кланяться и прошли. Сербу, Люскун, Шендри. Шендри Боли. Да. Что это такое? Кто там лежит? Артур, что случилось? Почему плачешь, Артур? Артур, сядь, пожалуйста. Нет, он ударит, сейчас вы я. А, Артур, встань на пяточках попрыгай. На пяточках попрыгай. Сядь. Сейчас. Сиди вот так, не дергай, то все. Да, не повезло. Не повезло. Ну, бывает. Поэтому, да, когда борешься, всегда об этом думаешь, что вот когда так, как Дан делает, оттуда надо как-то этот. Макс ушел оттуда, сел. Макс, Саша, туда. Ты уже одну схватку проиграл на медаль. Сань. Александр. Так. Кто у меня там сидит? Ага, Ваня, ты не боролся, да? Так, я здесь сижу. И здесь, посмотришь здесь, хорошо? Время, хаджиме. 4 минуты до япона. Да, сядь сюда, посуди масло. Базария. Все, поклонились и ушли. Мате, Денис, Вискун, Мате. Аджуме?
Добровский, Шиле, не работаешь. Саша, что это за выход за ковер? Япон? Макс, пойди туда, встань, поклонись. Туда, 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 туда. Поклонись. Пошли дальше, Борин. Саша, что ты стоишь? Дальше, дальше. А, там и пон. Тогда все, я извиняюсь, он в зале. Саш, ушел. Thank you.
Давай, давай, Саня, время идет. Я сказал, где чего, Саша, где чего? А ну разбытки! Боля, не балуйся. Делики манов построили. Я уже не хочу их давать.